Привет-привет! Сегодня просто офигенный день по нескольким причинам. Первое. Я открыл сезон. И это просто замечательно. Тепло, достаточно сухо. Второе. Я катаюсь на своей новой доске. И третье. Мне она нравится. И в этом видео я буду говорить о своих мыслях, эмоциях и впечатлениях от вот этой вот доски. Это X-Way Atlas, стандартная версия с двумя моторами. Первое впечатление, я вообще никаких проблем не ощутил с этой доской после своей предыдущей. У меня была доска Onboard на клаудах 105-х, и она была на стандартных подвесках. Вот эта доска, она с Double Kingpin подвесками, и у меня были некоторые сомнения, опасения по поводу них. Ну, вообще просто встал и покатился. Не быстро, конечно, но без каких-либо проблем. Чуть позже, когда добрался до хорошей дороги, я понял, что угол наклона у подвесок вообще крутой, что ею легко маневрировать намного легче, чем Onboard, которая была меньше. Как же кайфово на них, на этих колесах 175-х, ездить по плохим дорогам. Вообще там, где мне надо было просто на клаудах заморачиваться, готовиться к тому, что сейчас будет удар по ногам, здесь вообще пофигу. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, как трясет. Вот смотрите, вот на таких участках, да? Вот эта вот желтая штучка для слабовидящих. Вообще для этих колес вообще не проблема. Так, вот здесь разбитая, да, херня? Прям почти не чувствуется. Красота. В тех местах, где были небольшие такие подъемчики, на клаудах надо было подпрыгивать, ну, либо ногу поднимать, либо вообще просто слазить с доски и как-то ее подпинывать, то здесь этой проблемы нету. И это очень круто. Причем подвески я на улице вообще не настраивал. Вот как дома их настроил, так и на них катаюсь. Потом надо будет поиграться. Ух ты, какой лохмач. На этой площади я первый раз очень хорошо разложился. Я просто что-то присел, начал набирать скорость и решил встать. Словил воблинг, и меня просто вообще выкинуло с доски. Надо будет теперь осторожнее чуть-чуть ездить. Да, и сегодня я нацепил и на локотники, и на коленники, и даже шлем. Хотя прошлые два сезона на старой доске я катался вообще без шлема. Так, следующее наблюдение. У этой доски не такое ускорение. Конечно, нужно играться с настройками в приложении. Но вот я убрал, по-моему, ограничения по скоростям. Так. Шумный чувачок, красавчик. Вот. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Так, здесь вот я обломался. Скорость была небольшая, чтобы это без проблем проехать. Поэтому чуть не разложился. Но это очень часто случается, вот эти вот всякие отвлечения на телефон, на переключение музыки, на камеру в данном случае. Итак, парк Струкачи. Упс. Ох, как здесь кайфово кататься. Смотрите, какая красота. Чувака пропущу. И поеду за ним по-тихому. Thank you.
Да, на двойных подвесках болтает посильнее, чем на стандартной. Ну, конечно, их можно затянуть, но я не думаю, что нуждаюсь в более таких плотных, тугих подвесках. Я лучше буду ездить чуть потише, но у меня будет больше маневренности. Смотрите, какая красота! Я помню, год назад, в апреле, я поехал кататься на набережную, и, блин, там было очень много воды и грязи. А сейчас еще март не закончился, и уже просто супер. Что еще могу сказать сходу по впечатлениям? Блин, я очень рад. Просто вот. Вообще, качусь и кайфую. Я очень надеюсь, что батарейка будет хорошо держать. Ее будет надолго хватать. Облом по пульту. Да, следующее наблюдение. Во-первых, когда я его держу в левой руке, а я его держу вот так, я не вижу ни скорости, ни заряда батарейки. То есть, чтобы увидеть, мне надо пульт перевернуть. Вот. Сделать вот это движение. Что достаточно, блин, бредово. Я не вижу на пульту. Я не знаю, можно ли это установить в настройках или нельзя. Где тут указан пробег? Сколько я проехал? Я вижу только заряд батарейки и пульта. Ну и скорость. Да, кстати, я еще даже не включал четвертую скорость. Вот сейчас этим займусь. Надо полностью остановиться. Так. Ага. А, я понял, что у меня по ускорению. У меня, наверное, все-таки надо там в настройках еще поковыряться. Потому что сейчас, когда я переключал скорость, он мне написал что-то там, beginner mode. Но на четвертой нормально так топчет. Да, еще раз хочу сказать, что это видео – это просто мои первые впечатления, эмоции от вот этой доски и вообще от сегодняшнего дня. Я не писал никакой скрипт, ничего не готовил, никакие там сравнения, характеристики. Вот еще снег кое-где лежит. Так, а вот сюда заедем? Поедем, заедем. Достаточно такой крутой подъем. Блин, ну онборд, с учетом того, что она была не такая мощная, она тащила как-то меня в горку пободрее. Блин, доска грязная. Да, кстати, еще одно впечатление. В то время, когда я на клаудах 105-х на старой доске просто очень сильно парился по поводу воды, грязи, даже маленьких луж, то здесь вообще не проблема. Просто я заехал в какую-то, блин, прям серьезную такую лужу, и ничего особо страшного не случилось. Еще одно наблюдение. Сколько раз я уже сказал еще одно наблюдение? Совершенно не замечаю недостатков флекса, гибкости. Вот эта доска, она совершенно не гнется. А вот предыдущая у меня гнулась только так. Она относилась именно к таким очень-очень хорошо гнущимся доскам. Большим флексом. Красота, народ, гуляет. Я сейчас тоже покачусь туда вниз. К воде. Вот сюда же я обычно доезжаю на мотоцикле. То есть это конец набережной. Сейчас посмотрим, сколько там осталось заряда на батарее. 62%. Замечательно. Я доехал сюда, я покатался по дороге,
там понарезал круги на площади, потом в парке, и у меня еще почти столько же батареи, чтобы добраться до дома. Ну, в принципе, неплохо. Покатавшись подольше на этой доске, я сделаю, вероятно, длинный обзор. А может быть, я просто буду почаще записывать вот такие вот влоги, так называемые, где я буду просто кататься и что-нибудь говорить. Ну а пока все, увидимся в следующем.